Ну, чувствую себя отлично. Адаптация, в принципе, тоже, ну, в коллективе прошла достаточно быстро. Вот, хороший коллектив. Немного там первое время привыкал, ну, к армянской погоде по сравнению с Россией, более жаркой, к высокогорью. А потом все стало на свои места, и все было отлично. Ну, свою игру оцениваю средне, наверное. Ну, из 6 игр. Ну, получились разные игры. Какими-то более-менее был удовлетворен, какие-то, наверное, даже большинство, ну, мне лично не понравились. Есть в чем прибавлять. А что касается позиции, в принципе, вот последние особенно игры играю, наверное, на оптимальной для себя позиции. Вот при таком расположении. Ну, а в целом в центре поля готов играть в любом месте, да и вообще. В центре защиты, с краю в полузащите. Ну, кроме нападения, на всех позициях. Там хотя бы по одному матчу проводил. Но я считаю, что от матча к матчу мы в этом компоненте прибавляем. Ну, а что касается ротации, у нас хороший, да, большой состав. И сейчас плотный график игр. Думаю, что ротация нам понадобится, и мы, ну, от замен не станем слабее в любом случае. Ну, по сравнению с Россией, вот с ФНЛ-2, где я до этого играл, ну, чемпионат Армении, естественно, посильнее. Много индивидуально сильных игроков, больше борьбы, игроки лучше ведут борьбу. То есть в этом плане, ну, большое преимущество. А что касается наших шансов, последние игры вчера должны были, я считаю, все равно побеждать. В принципе, у нас бы было 4 победы подряд. Ну и так, в целом, результаты достаточно неплохие, поэтому мы, я считаю, мы самые высокие места можем занимать. Здесь разные факторы, я считаю, и психологический фактор, то, что в какой-то момент мы, ну, мы начинаем вести счет 2-0, и уже мысли о сохранении этого счета, начинаем немного играть от обороны. Сбивается наша игра, плюс соперник. Вот во вчерашней игре в первом тайме, ну, особо не прессинговал, что нам помогало. Мы владели мячом. Во втором же тайме они перестроились. Мы с их давлением не справились. И начали много играть длинные передачи, терять много мячей. И это привело к двум пропущенным мячам. Ну да, часто так бывает. Естественно, тренировки и игры — это совершенно разное. Где-то не то сопротивление, возможно, не те скорости. Поэтому да, что-то может получаться в тренировках, а в играх потом этого нет. Плюс, естественно, давление, вот, ну, важность победы, боязнь ошибиться. А что насчет восстановления? Ну, стараемся по максимуму качественно восстановиться, тем более сейчас плотный график. Я считаю, конечно, здесь пока я не видел команд какого-то супер уровня, которые невозможно победить. Вот Алашкерт я не видел, конечно, но так как это действующие чемпионы, естественно, это качественная команда. Да, у них сейчас в чемпионате не очень все хорошо, но это нормально, наверное, когда команда играет на два фронта. Вот. Но я считаю, что мы любых можем, любого соперника обыграть при хорошем настрое, правильной подготовке. Ну, здесь загадывать, конечно, сложно. Как сложится, я не знаю. Цели сейчас на данный момент максимально высокое место занять. Ну, а дальше будет видно, как бы. Все может сложиться по-разному. В принципе, в Армении мне нравится, и почему бы и не остаться. Ну, там будет видно. От игры, которую показывать буду я и команда, все будет зависеть.